Торжественный, волнительный момент в жизни каждого человека. Выпускной вечер. Еще недавно школа занимала львиную долю их времени. Сегодня они прощаются с ней. Мы еще все вместе, а вот завтра мы поймем, что все, мы по раздельности. Это, конечно же, очень грустно, но в то же время это были самые лучшие годы в нашей жизни. Не меньше эмоционально переживают этот момент и классные руководители выпускников, которые долгие годы шли рука об руку со своими учениками, поддерживали их, были наставниками. Это был сложный выпуск, да. Мне было с ними непросто, но последний год показал, что все мои усилия были не напрасны. И поэтому эмоции у меня, конечно, такие очень разные, но я надеюсь, что все усилия, которые приложили не только я, но все учителя, они обязательно воплотятся в жизнь. Школа действительно дает многое, особенно сейчас, когда у молодежи Ленинского района появилась возможность проявлять себя, свой талант и навыки. Многие из сегодняшних выпускников вступают во взрослую жизнь с колоссальным опытом общественной деятельности. Его они получили, состоя, например, в территориальных советах молодежи. У нас, кстати, интересная вот эта молодежная политика, которая в Ленинском районе, и мы проводим разные различные мероприятия, в которых можно попробовать себя в различных ролях. Вот. И я выбрала себе педагогическое. Креативно к празднику подошли учителя и классные руководители выпускников. Подготовили для ребят подарок. На музыку популярных у молодежи композиций положили свои слова наставления и благодарности за годы учебы. На Советской площади в этом году как никогда людно. Почти 500 выпускников. Количество школ увеличивается, но вместе с тем растет и качество обучения. 44 медалиста. На 2 больше, чем в 2016 году. Я уверен, что ребята, которые выпускаются из стен школы Ленинского муниципального района, в первую очередь получают качественное, хорошее, достойное, профессиональное среднее образование. Парами танцевали мы парами. Глазами усталыми мы друг друга в толпе искали. Хочется пожелать им, конечно, всего самого наилучшего, чтобы они поступили в институт, осуществили свою мечту. Самое страшное позади, остается только теперь шаг в будущее. Слова пожелания подготовил для выпускников и глава Ленинского района Олег Ромов, который заранее записал поздравления для виновников торжества. Очень хотелось бы пожелать вам не ошибиться в выборе будущей профессии. Выбирайте не то, что модно, а что необходимо городу, району, нашему родному Подмосковью и нашей великой стране России. У вас все впереди, и у вас все получится. Второй год подряд свой выпускной вечер 11-классники Ленинского района отмечают не порознь, кто в своей школе, кто в ресторане, а все вместе во дворце спорта «Видное», где для ребят организуют грандиозные праздники с участием знаменитых артистов поп-индустрии. Интерьер, атмосфера, которая здесь сейчас создана, она эксклюзивна. Ни одна школа Ленинского района не даст таких возможностей, которые, как дворец спорта «Видное». Это факт. Поэтому ребята отсюда уйдут точно в отличном настроении. Танцы продлились до рассвета, который выпускники встретили уже в новой, взрослой жизни. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Елена Кошелева. Видное ТВ.